А теперь давай посмотрим твои зубки. Открывай ротик. Вот и все, вы можете идти домой. Спасибо, доктор Тролль. Следующий пациент, пожалуйста. Доброе утро, доктор Тролль. Не могли бы вы осмотреть зубки моей малышки? О, какая она милая. Давай-ка я осмотрю твои зубки. Нет. Смотри, что у меня есть. Садись в кресло, я дам тебе потом поиграть. Умничка, моя солнышко, ты такая смелая. Сейчас доктор посмотрит твои зубки, а я буду рядом. Не волнуйся. Доктор Тролль очень хороший, тебе не нужно бояться. А теперь давай посмотрим твои зубки. Открывай ротик. Малышка, вернись, пожалуйста, я ничего тебе не сделаю плохого. Мне нужно просто посмотреть. Ты же хочешь поиграть игрушкой? Хорошая девочка, но больше не убегай с кресла, я прошу тебя. Открывай ротик. Боюсь. Ну, малышка, чего же ты так боишься? Посмотри, что у доктора для тебя есть. Смотри-ка, это шарики. Они такие красивые. Хочешь их себе? Смотри, я сделаю твои зубки вот такими белыми и красивыми. Да-да-да-да-да! Только мне нужно одеть защитные очки. Ну как я тебе? Посмотри-ка, доктор хочет дать тебе шарики. Ага. Посмотри, какие у меня зубки. Сейчас и у тебя будут такие, хочешь? А потом ты получишь шарики. Ага. Открывай ротик. Вот и все. У тебя теперь все в порядке с зубками. А вот и твой подарок. Шарики, ура! Вот видишь, все хорошо. Ты придешь ко мне еще? Да. Малышка, пойдем сходим в магазин. Мне нужно купить сливочное масло. Да, игрушки. Нет, солнышко, сливочное масло. Быстренько сходим туда и обратно. Игрушки! Нет, малышка, давай-ка я быстренько забегу за маслом сама, а ты посиди в колясочке. Я очень быстро. Так, где тут масло? Добрый день, мадам Тролль. Масло, как всегда, на второй полке слева. Ага, спасибо, вижу. Совсем нет времени ходить по магазинам. А вы слышали, нам привезли новую коллекцию платьев. Да вы что? Да, коллекция 2018 года. Ее еще никто не видел. Хотите, покажу? Конечно, только быстренько. Собачка, играть. Мама!
эти платья просто сногсшибательные. Идемте, покажу. Ох, какая красота! Но это точно не на мою фигуру. А это слишком нарядное. Куда я в нем пойду? Да нет, в таком платье я ходила еще тогда, когда малышка была вживу. О, малышка, она же там совсем одна. Так долго. Мама! Мама! О! Мама! Полежать с ноутбуком в тишине. Целый день этого ждала. Ой, малышка, я не могу сейчас. Мама, мама. Ладно. Иду, иду. Ой, доченька, как ты уже выросла. Что ты хочешь делать? Покатайся тут с горки, солнышко. Алло. Да, привет, дорогая. Как всегда, поспали. Сейчас будет нужно. А вы на улицу идете? И мы, когда покушаем. Пойдем гулять. Нет, 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 нет. Да, да, да.
Доченька, ну где ты опять? Нет здесь. Доченька, ты где? Вот ты где! Ты чего здесь спряталась? О, мой ноутбук! Почему он на полу? О, ты разбила его! Ты разбила мой ноутбук! Ну что мне с тобой делать?